Меня зовут Нелючева Екатерина Сергеевна. Я являюсь офтальмохирургом клиники «Эксимер». Более 12 лет я занимаюсь лазерной коррекцией зрения именно здесь. В нашей клинике представлены все виды коррекции по исправлению близорукости, дальнозоркости и астигматизма. С начала этого года у нас появилась уникальная возможность предложить вам методику SmartSight. Методика SmartSight. Никогда о ней не слышали? Сейчас я вам о ней расскажу. SmartSight является последним методом лентикулярной хирургии, который уже получили известность под названием SMILE. Но в этой методике устранены недостатки предыдущего поколения лазеров. Хирургия должна быть максимально органосохраняющей, и лентикулярная хирургия нам это обеспечивает. Фемтосекундный лазер за считанные секунды внутри роговицы формирует линзу, которая обеспечивает качественное зрение. Линза называется лентикула. Расслаивание происходит на молекулярном уровне. Вся процедура протекает под местной анестезией. Контактная поверхность, которая касается роговицы, имеет сферическую форму, и это обеспечивает максимальный комфорт во время этой процедуры для пациента. В конце процедуры хирург извлекает лентикулу через микродоступ порядка 2-3 мм. И этот микродоступ самостоятельно адгезируется, то есть герметизируется. После извлечения лентикулы роговица меняет свою форму и становится такой, как мы планировали. В результате чего изображение фокусируется строго на сетчатке, и пациент получает максимально правильную остроту зрения. Даже самые лучшие лазеры предыдущего поколения операцию проводили, ориентируясь по центру зрачка. Но у нас есть такое понятие, как зрительная ось. И поверьте, не у всех она совпадает именно с центром зрачка. Швинт-Атос учитывает эту поправку, и мы ориентируемся на нее, формируя новый профиль роговицы. При перемене положения тела глазное яблоко также меняет свое положение. Называется это циклоторсия. Это очень важно для формирования нового профиля, потому как оперируем у пациента в горизонтальном положении. Лазер Атос учитывает это и ориентируется по рисунку радужки, обеспечивая нам максимальный результат. Мои пациенты часто спрашивают, что будет, если во время операции я непроизвольно двинусь. Я вас уверяю, что абсолютно неподвижно лежать не может никто. Дыхание, сердцебиение оказывают влияние на подвижность глазных яблок, и контролировать это невозможно. Лазер учитывает эти микродвижения и формирует, генерирует импульсы необходимых точках. Роговица имеет огромное количество нервных окончаний, наша задача максимально их беречь. При лентикулярной хирургии минимально идет травматизация порядка 2-3 мм. Пациент не испытывает дискомфорта, и восстановление слезопродукции происходит максимально быстро. Очень много лет я мечтала сделать лазерную коррекцию зрения. Как только я увидела, что в клинике «Эксимер» появилась новая методика, я решилась. Пройдя диагностику, у меня не осталось ни малейших сомнений. Доктор рассказал мне все о коррекции, о том, как будет проходить сама операция. И я ее сделала. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Мир как будто бы стал ярче, интереснее и красивее. Я хочу сказать спасибо своему доктору за то, что подарил мне новое зрение. Спасибо клинике «Эксимер» за то, что сделали мою жизнь лучше.